Привет! Как дела? Сегодня, как и обещала, расскажу и покажу вам, как я делаю булочки с корицей. Итак, поехали! Для этого нам понадобится дрожжевое тесто. С дрожжами я с детства не умела обращаться, никогда у меня не получалось такое тесто, поэтому я покупаю его в магазине. Полкило стоит 60 рублей, и этого вполне хватает на одну и даже две порции булочек с корицей. Берем муку, насыпаем немножко, чтобы выложить тесто. Вот так выкладываем, пока пусть оно из морозилки, я его достала. Размораживается. Потом надо будет сделать такой прямоугольник из него. Ну вот, растаяло мое тесто. Теперь его надо расправить в большой-большой прямоугольник. Ну, пусть еще немножечко подойдет. Итак, ингредиенты, что нам понадобится. Это, естественно, тесто, которое мы уже замесили. Надо его размять побольше. Сахар грамм 100, одно яйцо, корица на вкус, тут 15 грамм, я думаю, хватит на 100 грамм, может быть, даже поменьше. И 50 грамм масла, это примерно один спичечный коробок. Масло надо намазать на тесто и потом просто посыпать перемешанными сахаром с корицей. А яйцо для того, чтобы смазать булочки сверху. И опять же таки, пока я не дружу с моей духовкой, надо с ней разобраться в конце концов, я буду выпекать на сковородке антипригарная и прикрывать крышечкой, чтобы все пропеклось и сверху. Хотя булочки с корицей я, по-моему, пеку с двух сторон, потому что на сковородке их сложно пропечь. Тесто дрожжевое. Ну ладно, поехали. Итак, разминаем тесто. Ну вот так вот получается. Прямоугольник. Теперь корицу смешиваем с сахаром. Ну, наверное, вот так хватит половинки пакетика. Ложечкой. Вот такой должен получиться наполнитель. Сахар с корицей. Очень все просто. Булочки с корицей — это очень просто. Если есть дрожжевое тесто. Если нету, то подольше придется готовить. Ну вот, кусочек масла уже растаял у меня. Смазываем тесто маслом. Для того, чтобы сахарная пудра с корицей могла приклеиться к этому тесту. Теперь насыпаем, значит, сахарные пудры. Такое тесто у нас получилось. Теперь это все надо нарезать ровными кусочками, где-то по 1-2 сантиметра шириной. Лучше поменьше, чтобы булочки пропеклись. Так. Потоньше. Вот так. И скрутить все это такими рогаликами, улитками. Пока включим плиту, семерку для разогрева, а булочки будем на пятерке или шестерке жарить. Теперь скручиваем все в булочки. Так, ну попробуем. Вот такие вот рулетики скатываем.
Знакомо? Ну, как-то так. Взбиваем яйцо. Вот такие вот у нас рогалики уже получились. На сковородке. Расплющим еще получше. И смажем яичком сверху, чтобы они были такие глазированные. Получится рогалик с яичницей. Вообще, наверное, надо было белок только. Ну да ладно. У нас будет с желтком. Посмотрим, что у нас тут на сковородке. Угу. Булочки. Немножко подросли. И, наверное, я их переверну, чтобы они прожарились. Ага, во, как классно. Так, это еще пусть жарится. Так, эти с яичницей. Тоже нормальные. С яичницей съедим. Отколем. Так. Ну все, еще выпекаем пару минут. Так, выкладываем. Ой, этот пусть еще пока попечется. Ну, это неплохо. Вот такая вот красота у меня получилась. Булочки с корицей. Ну вот мои плюшечки и чай. Ну что, начнем? Вот такая вот красивая плюшка. Сверху, снизу не очень. Но все равно, я уверена, будет очень вкусно. Как пирожки с сахаром. Ями-ями. На Майами. Конечно, не очень пропеклось. Не такие, как в булочной. Наверное, все-таки надо в духовке выпекать. Но это такой быстрый рецепт, чтобы попить чем-нибудь чай. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.